очень дикий будет такое вот шикарное платье. Просто мега. Все девчонки переодеваются. Да. Ой, какая красота. Больше застегнулись. Спасибо большое. Вон Софиечка красивая, с крылышками. В самом красивом платье. Мы тут прикалываемся, говорит, выбираем, на какой машине мы сегодня едем. Так что, кто на какой бы выбрал? А мы едем по факту... Так, Майя везут меня домой. Потому что детей всех отправили по домам. Ой, сами посидели в баре, поболтали, и теперь можно по домам. Я все мотаюсь по магазинам и ищу подарки. Вот детворе купила подарки. Сейчас я вам покажу. Ой, надо пробраться к этому. Вот так. Демке набор инструментов. Он на поясе. Вот так вот выглядит. Не знаю, насколько ему понравится, не понравится, но такого набора у него нет, то есть инструментов у него нет, поэтому я решила, что пора бы уже. Вот такой вот он большой. Вот. И это еще не все. У него будет в этом году два подарка. Второй, он очень хотел костюм скелета себе. Ну вот не знаю, он где-то увидел в мультике, когда мы смотрели про Коко, мультик Коко, и он там видел скелетов и говорит, я хочу скелет, костюмки скелета. Я не нашла, поэтому вот тут три костюма. Купила ему рыцаря, пирата и какого-то супергероя, каратиста. Вот, поэтому пусть парень наряжается и радуется. Это 3+, то есть я думаю, что на него подойдет. Купила вот такой вот глобус. Вот, это глобус на немецком языке, и он светится. Он идет как светильник. Очень красиво светит. Это Доминики. Сейчас. Ой, мамочки. Доминикин подарок очень тяжелый и большой. Это синтезатор. У него очень много функций, он как играет просто, так и с дополнительными всякими мелодиями, всякими там барабанами и так далее. Пусть Ника разбирается, она хорошо играет на гитаре, учится, но вот она всегда хотела еще играть на фортепиано. Фортепиано нам поставить некуда, вот пусть учится на таком синтезаторе. Это вот такие вот подарки детворе на Новый год. Напишите в комментариях, что дарите вы. Вот, я не знала, что подарить, просто приехала в магазин и начала выбирать, и вот навыбирала то, что навыбирала. Ну, конечно, я учитывала пожелания детей, поэтому вот надеюсь, что понравится. Новый год они отмечают с бабушкой, я уезжаю на Новый год в Буковель, поэтому реакцию детворы я не увижу, но попрошу маму, чтобы она поснимала видео. Я пока опять в пробке стою. Внучки, я с вами поговорю.
Подарки отправила новой почтой, потому что дети, мама забрала детей и увезла в Запорожье. И Новый год они будут отмечать там. Как я уже говорила, что я уезжаю на Новый год в Буковель, и, в общем, девочки меня отправили отмечать Новый год отдельно от них. Я хотела вместе, но мама и Ника говорят: «Тю, зачем?» В Запорожье почему не остались они в Киеве? Потому что мама говорит: там цирк, елки, всякие праздники именно детские, плюс там племянники мои, то есть братья и сестры моих детей. И мама говорит, что мы будем ходить на разные, в общем, выступления, и говорит, чего мы тут в Киеве будем без родственников, лучше мы, в общем, по друзьям, по знакомым, чтобы был там праздник-праздник. Тем более, говорит, очень много детей, сейчас каникулы, у нас во дворе никого нету, ну, на нашей улице, и гулять, например, детям особо не с кем, только друг с другом, ну, и разве что выезжать там куда-то. Вот, а мама говорит, что у них там много детворы такого возраста, как Демка, поэтому вот уговорила меня и забрала детвору. Поэтому подарки я отправила сейчас новой почтой в каркасе, потому что, в общем, тоже целая история. Они все такие габаритные, очень большие. Я переживала, чтобы ничего не поломалось, и они в каркасе отправили адресной доставкой. Поэтому 29 или 30 числа приедет посылка прям домой. Я маму попросила, говорю: мама, говорю, вот прям вот как она приедет, пусть так и клади под елку. Мне кажется, это будет даже очень прикольно, чтобы много было распаковки, это будет, ох, будут ждать. Я надеюсь, что детворе очень понравится. Нике так точно, мне кажется. Теперь я еду за подарком своей маме. Мы с братом дарим подарок напополам. Какой, пока не скажу, потому что, скорее всего, что этот влог выйдет перед Новым годом, а мама смотрит мои видео, она узнает. А я хочу, чтобы она точно так же открыла подарок 1 числа, 1 января. Надеюсь, что маме тоже понравится. В общем, хочется всем угодить. Мамочка, если ты меня смотришь, огромное тебе спасибо, что ты мне есть, что ты мне помогаешь. Меня выручаешь, сидишь с моими детьми, потому что это колоссальная помощь вообще в моей жизни от тебя. И вот, я тебя очень люблю. Девчонки, я заехала в MyWay покушать и была перед в салоне. Вот сделала ногти. Такие прям новогодние-новогодние. Вот. Вы просили, показывали? Показываю. Сейчас буду вкуснятину кушать. А бренды все продолжают поздравлять с Новым годом. Курьер только что привез коробку большую, и в ней был такой красивый венок с косметикой внутри. Хотите, покажу вам, что же здесь? На самом деле, я еще ничего не раскрывала, вот открыла и сразу включила. В сторис показала, и вот пообещала в сторис, что покажу во влоге, что за косметика здесь. Я эти фирмы, эти бренды я не знаю. Вот. Эту знаю. А, нет, не знаю. Это тушь для ресниц. Кто пробовал, кто что видел, пишите, если вдруг у кого-то уже что-то такое есть. Будете мне рассказывать. Вот. Это корректор кремовый. Кстати, я вам уже показывала, но тут свет получше. Покажу вот свой новогодний маникюр. Такие елочки у меня золотые. На самом деле я хотела встречать Новый год в желтом платье. Вот мне очень хотелось. А потом мне кто-то из подписчиц написал, говорит, это ж год желтой собаки. Думаю, ого, насколько я решила как-то так... Желтое мне привиделось, и мне захотелось. А потом я начала искать информацию, в чем встречать Новый год, и желтая собака вступит только 16 февраля в свою силу. Поэтому в чем мы будем встречать Новый год, вообще не имеет значения. Наверное, лучше в красном, потому что как бы заканчивается год петуха. Поэтому лучше в красном. Я вообще не знаю, в чем я буду встречать. Так, это блеск для губ, как я понимаю, с клубничкой. Ники, наверное, она такое очень любит. Это тенюшки. Это помада блеск. Это все одной фирмы.
что я поняла. Но я не знаю, что это за фирма. Ламби, правильно? Две Е как читается? Ламби. Ну, что-то мне так кажется. Не знаю, надо учиться к английски. Карандаш для бровей. Ну, какой-то такой интересный, надо будет попробовать. Что тут еще? Карандаш и помада блеск. Помада блеск. Это тоже помада фиолетовая. Сейчас все бренды делают очень яркие помады. Так, это тоже, как я понимаю, блеск такой розовый. Да, лип. Липтинт. Это корректор с эффектом блесток. Мерхтинья на украинском языке. Это скраб очищающий для лица. Вот, и масочки. Маска для глаз и маска для лица. Спасибо большое бренду Ева. Очень порадовали, приятно. Вот, я думаю, Ника половину раздербанит, ну, то есть возьмет у меня. Вот, но сюда я, наверное, думаю, можно поставить свечку. Будет красиво. Кстати, этот венок живой. Я забыла вам сказать, я когда... Ай, ай, и колется, ай, как уколол. Когда раскрыла запах, очень классный запах, хотела вам сразу сказать, и вылетело из головы. Очень прикольно. Еду я в Буковель. Буквально на несколько дней. Сейчас по дороге остановились на заправке ОКО в Ля Минутка. И нас сейчас тут вкусно накормят. Вот. Когда вы ездите куда-то, на каких заправках вы останавливаетесь, что вы кушаете, пишите в комментариях. Всем привет! Вещаю вам с Карпат. Вчера поздно очень приехали, и я ничего не снимала. Вот, потому что очень хотелось спать. И вот сейчас рано-рано утром проснулась и собираюсь ехать на подъемник. Кататься я не буду. Вот, я буду кататься только на санках. И там, как в планах, там с девочками договорились полазить по ярмарке и по заведениям покушать. В общем, как-то так. Я в Карпатах на Новый год впервые. То есть как, в Карпатах я не впервые, а именно на Новый год и в Буковеле я впервые. Поэтому мне любопытно все. Я не была на подъемниках, я не знаю, что такое катание на сноуборде, я не знаю, что такое катание на лыжах. Мне страшно, скажу честно. Ну, то есть я особо желанием не горю кататься, вот, ну, от санок я, конечно, не откажусь, поэтому как оно там день пойдет, я не знаю, потому что есть девочка Вика, которая даже на санках не хочет кататься, у нее такое же чувство самосохранения, как и у меня, но вчера я ее уговаривала, говорю, ну как, ну это же санки, в общем, посмотрим, как день пойдет, я постараюсь поснимать вам, вот, но я снимаю в сторис много чего, поэтому, кто не подписан в инстаграме, подписывайтесь, это как мини-вложки, которые вот моментально, что-то произошло, сразу же выложила. И это, ну, не знаю, я сторисы очень люблю. Я влоги других блогеров не смотрю не от того, что мне там не нравится, а от того, что мне физически не хватает времени. А инстастори — это 15-секундные ролики, ну, как бы на них всегда время есть. И зашел в инстаграм и смотришь. Ну, не знаю, мне очень нравится. Я постоянно вам об этом говорю, но... Так, как я уже говорила, что я стараюсь, чтобы мои влоги были полезные, поэтому... Скажу вам о ценах, то есть у меня тут номер, сейчас я вам его покажу, оденусь и покажу, вот, и он стоит 1600 гривен, но это потому что новогодние праздники, если без праздников, то я думаю, он максимум стоит 600 гривен, найти жилье в новогодние праздники вообще проблема. Особенно, когда ты решаешь в самый последний момент, что да, это будет Буковель, то жилье вообще такое, о, хоть где бы поселили. Но это новый домик деревянный, и сказал хозяин, что жили здесь только одни люди, белорусы, неделю. И вот я тут вторая.
Сейчас покажу вам номер и покажу вид из номера, ну и вообще день, Новый год, не знаю вообще, как все пройдет, но в любом случае я буду стараться снимать побольше. Хочу показать вам номер, но начну с балкона. Это отдельно, ну, отдельный домик, вот. Здесь лесенка на второй этаж и вот такой вот вид. Конечно, если бы было много снега, было бы гораздо круче. Вот. Но вчера были салюты, нас встречали с салютами, так прикольно. На самом деле очень классно, и мне кажется, летом здесь тоже прикольно выйти вот так вот кофе пить. Здесь есть кресло, говорят, тут еще столик поставят. Вот. Но это еще не все, так как дом только-только отстроили. Теперь заходим в номер. Вот он. Сейчас вот так покажу. Ой, холодно. Кровать двухспальная. Потом здесь душ и туалет. Диван. Надо вещи поскладывать. Я решила быстро показать. Не поскладывала. Куртка моя валяется. Это на Новый год. Я не знала, что мне надеть, и взяла несколько нарядов. Телек, чемодан. У меня нет своего чемодана. Ника в Запорожье забрала свой, и я взяла на прокат. Вообще в Киеве появилась прикольная такая функция, можно так сказать. Чемодана на прокат, называется сайт «Чемодан онлайн». Вот. Я приехала только в одних ботинках, ничего с собой не брала, кроме туфель для Нового года. Вот, здесь есть еще чайник, ну, то есть стол, чехол у меня для чемодана, сумка, то есть ничего такого. Тут хозяин сказал, что поставит еще шкаф-купе где-то, ну, где-то здесь, и холодильник сегодня, поэтому не знаю, куда он поставит, но куда-то поставит. Мне кажется, диван переставит вот туда, вот стол выдвинет вперед, а сюда поставит шкаф-купе, как он сказал, и холодильник. Ну, на самом деле, будет прикольно, потому что вот эта вот розетка, она под холодильник. Вот. Номер неплохой, очень тепло, батареи работают, причем батареи вот две. Номер мне нравится, он еще пахнет деревом, вот, прикольно. И обычная душевая и обычная ванна. Я за собой везде вожу свои крема Жан Дестре. Тут, если вдруг выскочит прыщик, у меня есть Ля Рош. Сейчас сфокусируюсь. Вот. Очень прикольное средство Эфкар. Потом мицеллярная водичка, зубная паста. Все. Я с собой ничего не брала. Шампунь взяла, вот видите, с, получается, коробочек красоты. Ну, чтобы не тащить за собой банки. Кстати, вот еще удобная вещь. Здесь у меня гель для умывания и масло для тела. То есть, чтобы реально за собой не возить всякие там банки огромные. Ну вот и все, в принципе. Косметичку я сюда поставила. Все как-то очень удобно в этом номере, не знаю, мне очень нравится. И сейчас уже буду идти, потому что с девчонками созванивались. Говорят, Аня, вставай. Я говорю, да-да-да, сейчас-сейчас. Смотрите, как красиво. Мне, конечно, нравится, когда много снега и солнце светит. Снега нету, солнца нету, но все равно прикольно. Воздух такой потрясающий. И небо опустилось на горы. А я топаю к девчонкам. Вот, мы сейчас, как я уже говорила, поедем на подъемник, там какая-то ярмарка, и я не знаю, какие-то сувениры, на санках покатаемся. Новый год, говорят, здесь все очень дорого. Сейчас проверю, вам расскажу. Но я думаю, что вы и без меня все это знаете. Но, может быть, есть такие, как я, которые в Карпатах зимой не были. То есть как, я в Карпатах была и зимой тоже, но именно в Буковеле не была. Я в Трусковце, но это, по-моему, Прикарпатье, да, или Закарпатье. В общем, надо открыть карту и разобраться, где Закарпатье, где Прикарпатье. Вот. Очень все красиво, мне все очень нравится, воздух потрясающий, я очень довольна. Надо фотки поделать. Та-дам!
Это Вика, она блогер. Только блогер Инстаграма. Я оставлю внизу на нее ссылочку. Привет всем. Здесь круто, приезжайте. Говорят, здесь мало людей. Вы посмотрите, как да, это мало я покажу, людей. Вот. Ну я тут первый раз, поэтому я когда увидела такое количество людей, я говорю, и это мало людей. То есть для меня это очень много людей. Это мы на каком-то первом подъемнике, по-моему. Сейчас мы будем подниматься вот туда вот вверх. Вот. И. Ну и все, я пока ничего не могу сказать, потому что я сама ничего не понимаю. Вот так вот. Такие украинские песни. Главное теперь телефон не упустить, потому что под нами дорога. Мы на подъемнике. Мне страшно первый раз на подъемнике. У меня эмоции, как у ребенка. Вот там вот наверху поднимаются лыжники, а мы на экскурсионном. Мы просто поднимаемся наверх. На какой? Поверх? Ну, я имею в виду, это какая-то трасса или что-то. Да, на трассу, где лыжники катаются. Да, ну, в общем, тут, короче, куча всего, и я еще не разобралась, и я запуталась, вот. Ну, за час приезжать просто. И эмоции зашкаливают, если честно. Вот. Что еще рассказать? Мне рассказать нечего, потому что я ничего не знаю. Я еще не разобралась. Сейчас выше поднимемся, я сделаю фотки и выставлю в Инстаграм. Довольно. Да. Снимаю. Я все снимаю, мне все это в новинку, в диковинку. Мы, получается, едем вот на вот эту вот горку, небольшую, а вот там вот поднимаются лыжники. Это, получается, более серьезное, да? Да, там получше будет, а можно спуститься с другой стороны, там интересно. Ну все, я спускаюсь. Я на подъемнике одна, потому что все по парам. Вот. Спускаемся вниз. Это говорят, что самая простая трасса, на ней никто не катается из наших. Все катаются на более сложных, потому что уже молодцы. Вот. А мы просто поднялись с ними, пофоткались и спускаемся вниз из тех, кто не катается. А у нас половина, кто не катается. Вот. Мне очень понравилось, я в таком диком восторге, но вот там вот трасса, которая вот она, сейчас я вам ее покажу, там типа гораздо круче и лучше, но это для лыжников, насколько я поняла. Может быть, я что-то неправильно понимаю, но в любом случае, из того, что я узнаю, я получаю такое, знаете, как восторг, прям от всего восторг, как ребенок. И мне нравится это чувство, безумно нравится это чувство, это очень классно. Вот. Я надеюсь, конечно, что вы разделите мои чувства для человека, который первый раз на лыжах, который не катается, вот. Но это очень-очень для меня как-то, не знаю, ну, прикольно, так как первый раз я действительно реагирую как ребенок на все. Ура, ура, класс, класс, супер, супер. Вот, у меня тут перчатки и куртка лыжная, штаны я не брала, ну, потому что я знала, что кататься не буду. Вот, потом у меня под джинсами еще колготки, поэтому мне, в принципе, тепло. Я никогда не видела столько лыжников и сноубордистов. Это просто, это все очередь. И считается, что это вообще немного людей. Это очень много людей для меня. Говорят, что это вообще людей нет. Посмотрите, это очереди. Вообще. Та-да! Ну что, наши поехали. По-моему, кто же это тут? Класс! А вот это вот для тех, кто не готов к лыжам и сноуборду, это то есть я. Сейчас, видите, на такой, в общем, на волшебных санках я сейчас буду съезжать. Снимаю ребят наших, а потом уже буду съезжать я. Любопытно! Юху! Юху! Капец кидают вообще! Ну как? Круто! Пойдем давай быстрее с нами. Сейчас, я же хочу всех поснимать. Вика, правда, боится? Вика боится, плачет. Сейчас мы глянем, съедет или нет, и какие будут эмоции.
Я просто очень легкая, бэйди. А наверх я поднимаюсь на санках. Вот так вот буду спускаться, как сейчас он спускается, видите? Тросик он поднимает наверх. Если честно, мне даже на санках страшно, и мне уже холодно. Я не знаю, как это будет, и в общем, мне очень страшно, но что делать? Мне очень хочется попробовать. Смотрите, тоже поднимается. Я попросила ребят, чтобы они меня засняли, когда я буду съезжать. Карина сказала, что она первый раз ехала, я ее снимала. Она сказала, что от того, что ты легкая, тебя очень сильно крутит на горке, когда спускается. Не знаю, мне страшно, но я очень довольна. Классно. После санок идем на ярмарку. Здесь вот такие вот маленькие деревянные домики. Там продают еду, елка, играет музыка. Можно покушать как на улице, так где-то и найти, наверное, внутри. Но я уже замерзла, поэтому очень хочется внутри. Но смотрите, на улице, конечно, более атмосферно. И может быть даже будем на улице. Новый рит, шуче загадывай бажання. За вікном зима замерзла. Прикольно. Надо сейчас что-то взять покушать. Ну что, я уже в номере. Вернулась. Мне еще холодно. О, так свет лучше падает. Мне еще холодно. Я до сих пор такая прям... Все трясусь, еще, наверное, даже не от самого холода, но я чуть-чуть замерзла, у меня аж так разговаривать сложно, от санок. Это было, я прокатилась два раза, один раз стоит 50 гривен. Кстати, я по ценам ничего не узнавала, потому что цены очень сильно вальвируются от праздников и непраздников. Вот, поэтому я не стала все это узнавать. Единственное, что я увидела, что меня поразило, это маленькие детки, такие как Дема, 3 года, 4 года, они стоят на лыжах. Ну, их обучают. И они, некоторые даже так чуть-чуть ездят. И я смотрю и думаю, блин, как это так? Это так круто! Очень здорово, прям я сегодня получила массу эмоций, я получила массу эмоций от санок, вот этого круга такого, забыла, как он правильно называется, напишите мне в комментарии, кто знает, я забыла, то нам говорили, но как-то я вылетела из головы. От того, что ты легкая, тебя прям подкидывает, вот прям конкретно подкидывает, и ты несешься вниз, там есть такие резинки, которые подтормаживают, ну реально тормозят. Это было первый раз, и второй раз я тоже пищала. Я не могла не пищать. Не потому, что я пищала, что мне страшно, а потому что... И страшно тоже, да. Я не знаю, почему. Я старалась не орать, но у меня не выходило. В общем, ребята, кто катается на лыжах, кто катается на сноуборде, вы просто мега крутые. Вот прям мега крутые девчонки. Уважуха. Я тут на санках и такая думаю, боже, я герой. Я представляю тот, кто классно катается на лыжах и сноуборде. Вы умнички, экстремалы. Вот, все, я хочу сейчас лечь отдохнуть. Мы сейчас все как бы решили чуть-чуть поспать. Вечером едем на такую, как то ли дискотека, то ли не дискотека. В общем, что-то такое. Ребята будут курить кальян. Я просто посижу, может, поиграем в покер. Вот, я начала, я раньше, кто играл когда в покер, я просто сидела, смотрела, потом мне говорят, а давай, я говорю, да я не умею, ничего мы научим. Ну и, в общем, один раз я играла, вот сейчас, наверное, будет второй,
не знаю, любопытно, интересно. Когда-то много лет назад я тоже пробовала, играла, и не могу сказать, что у меня получалось, я не умею блефовать, у меня на лице все видно, мне всегда об этом говорят: «Таня, у тебя видно, когда ты блефуешь». Не умею врать и не люблю. Поэтому с меня, конечно, игрок никакой, но так, поддержать компанию. Все, я не знаю, сегодня включусь или нет, правда, не знаю, наверное, уже нет. Завтра Новый год, и... наверное, включусь завтра и очень хочу вас поздравить с Новым годом. Но это все будет завтра. Поздравлять заранее могу только поздравить с наступающим. Вот, а я сейчас буду спать. Людей миллион. И вот, буквально на следующий день была перестановка в этом же номере. Вот. Поставили, тут еще будут, сказал хозяин, деревянные резные дверцы. Пока все открыто. Холодильник он поставил, такая как мини-кухня, можно так сказать, правда, без печки. У меня голос сел. Мы вчера так смеялись, играли в крокодила. Поэтому я еле разговариваю. Вот здесь я вам все показывала, ничего не изменилось. То есть изменилось здесь, и диван переставили, получается, вот сюда вот. Ну и все. В общем, чемодан у меня собран, я собираюсь уже выезжать. Снег тает, погода, конечно, уже... не совсем зимняя, снег еще лежит, но по дороге ходишь, такая слякоть. Так что еду в Киев, еду домой. Спасибо, что были со мной. Поздравляю вас с Новым годом. Вас очень сильно люблю. Обнимаю, целую. И пусть у вас все будет хорошо. Ваша Запорожская и мама, которая девушка. Пока-пока.